Ringo Starr! Недавно легендарные Пол Маккартни и Ринго Старр вышли на сцену вместе. Они дважды исполнили песню Beatles «Get Back» – «Вернись». «Get Back» Маккартни написал ровно 50 лет назад, за год до распада группы. Главные хиты 20 века они выпустили за 8 лет. В 65-м «Битлз» появляются на нью-йоркском стадионе «Ши». Тысяч зрителей. До этого ни одна группа не использовала стадион для концертов. Здесь «Битлз» впервые исполняет композицию «Help» — крик о помощи. Они страшно устали от славы. «Битлы» становятся сентиментальными. Они пишут о доме и о детстве. В 67-м Леннон и Маккартни расскажут всему миру про Пенни Лейн, улицу Ливерпуля, где они выросли. Сюда возвращаются, чтобы снять первый в мире видеоклип. Власти Ливерпуля еще долго терпели убытки из-за воровства табличек с фасадов домов. Поклонники по всему миру верили, ливерпульская четверка пройдется и по их улице. Песня «Назад в СССР» вызвала множество слухов о тайном концерте «Битлз» в Советском Союзе. А сами «Битлы» продолжали гулять по Лондону. 8 августа 1969-го участок оживленной Эбби-Роуд специально перекрыли на 10 минут. 6 снимков для обложки новой пластинки. Тогда никто и подумать не мог. Эбби-Роуд станет одной из последних работ в истории «Битлз». С тех пор прошло больше полувека, а мы слушаем их песни по сей день.